Всем доброго дня. Мы находимся в городе Демре, это Турция. Город Демре – это родина святого Николая. Здесь мы посетим церковь святого Николая Чудотворца. Немного истории. Все знают, кто такой Дед Мороз, Санта-Клаус, но, возможно, не все знают, что объединяет всех этих персонажей. Прообразом их всех был святой Николай. Это реальная историческая личность, искать которую нужно не в заснеженных странах, а в теплой и лучезарной Турции. Святой Николай родился в 4 веке нашей эры в древнем Ликийском государстве на территории современной Турции и был епископом античного города Мира, который сейчас называется Демре. В 19 лет он решил посвятить себя служению Богу. За свою готовность всегда прийти на помощь он пользовался огромным уважением и любовью народа, а за свои чудеса еще при жизни был признан святым. Именно от Николая берет свое начало обычай дарить подарки на Рождество. Каждый год в ночь на Рождество бедняки находили у своих дверей золотые яблоки, детские игрушки и сладости. Кто приносит подарки, оставалось загадкой. Лишь спустя многие годы горожане случайно узнали, что это епископ Мира. В Демре находится необычный памятник – церковь святого Николая Чудотворца, который прервал свой земной путь 6 декабря 343 года. Его похоронили в древнем Ликийском саркофаге, для защиты которого и построили эту церковь. В 1087 году итальянские купцы похитили его мощи и увезли к себе на родину в город Бари. Там мощи выдающегося епископа покоятся и сейчас. Храм, который открывается нашему взору, носит на себе следы неоднократных реконструкций. Город Мира, как и вся Ликия, был разрушен в результате набегов сарацинов. Развалины храма с гробницей святителя были в запустении, хотя и охранялись монахами. Сегодня церковь святого Николая в Демре – это полуразрушенное живописное здание, на стенах которого еще просматриваются древние фрески. Верующие со всего мира приезжают сюда, чтобы помолиться и попросить помощи у Николая Чудотворца. 6 декабря – предположительный день смерти святого Николая, этот музей превращается в действующий храм. В Демре приезжают православные священники и тысячи верующих, чтобы провести церковные службы во имя одного из самых любимых святых по всему миру. Прикосновение к склепу святого Николая – это своеобразный ритуал. Нужно хорошенько обдумать свое самое сокровенное желание – и начать прислушиваться к себе. Кто-то слышит голоса, многие слышат звон в ушах или морские волны. Именно в этот момент верующие прикасаются к склепу. Некоторых Николай довольно долго держит у своего саркофага. Многие не помнят, что так долго стояли и даже пытались разговаривать с ним. Говорят, что желания сбываются.
парке возле церкви стоит шестиметровый бронзовый памятник святому Николаю. А еще неподалеку на большом постаменте возвышается полутораметровая пластиковая фигура Санта-Клауса, напоминающая, что добрый человек в красном костюме с белой бородой никто иной, как святой Николай.